Очень рады, что все так налажено работает. Я тут уже 5 лет живу, уже как-то привыкла. Люди тут доброжелательны, безопасно тут.现在我们准备去土耳其，给我妈办签证。大家好，我妈妈签证马上要到期了。今天领她办签证。很多人都经常问的这个丈母娘的签证是属于什么类型的？是属于探亲签。嗯，在安吉拉与我一直保持着这个婚姻关系的状态下呢，丈母娘的签证可以持续往下办的。我们每次办签证这个程序呢，先是去太原做体检，然后呢，再去我们的物业办一个住宿证明。 然后再来到我们居住地所在的派出所办一个临时住宿登记，然后呢，我们再去填一个表格，写一个申请，就可以去出入境办理签证了。我们办签证次数多了，对这个流程我们很清楚，所以感觉每次办得很轻松。Ну вот когда Анжела тебе оформит green card, когда получишь, я думаю, я тоже смогу попробовать, да? Попробовать оформить. Подать заявку на грин-карту. Ну, я тут уже 5 лет живу, уже как-то привыкла. Люди тут доброжелательные. Еда тоже разнообразная, очень интересная еда. Есть и острая, и не острая, очень вкусная. Угу. Безопасно тут. Тут мне нравится, конечно. Поэтому я бы тоже хотела попробовать получить грин-карту. Ну, надо попробовать хоть заявление подать. А там уже как получится。那我们现在就先进去开这个临时住宿登记。半夜哈利。我们办下来了，没想到那么顺利，10分钟搞定。现在我们准备去出入境，给妈妈办签证。但愿我们今天一切都能办完。我们现在来到了出入境，我们赶快进去办。 我妈妈头发不是黑的，每次让她照相特别麻烦，每次我们拍好几张才可以让我们通过，不知道这次能不能通过她的这个头发。Ну вот, посмотрите, сделала документы, подали на визу уже. Сначала боялась, конечно, вдруг мои волосы не подойдут, прическа уже другая, не такая, как раньше была. Но ничего, получилось все хорошо. Все сделали, все подали. Самое главное, мы за одно утро столько мест посетили, столько документов оформили. Сначала утром пошли к нам в УЕ, получили справку с места жительства. Потом с этой справкой поехали в полицию оформить регистрацию маме. После этого приехали в миграционную службу, подали документы на визу. Все хорошо, с первого раза все документы приняли. Да, okay. И очень быстро, да, так все налажено, работа, очень хорошо построена работа, что как-то быстро все мы... Быстро справились. Ага. Все, теперь можно со спокойной душой ехать на отдых, не переживать, что у мамы виза скоро заканчивается. Да, молодцы, да, в полиции там и в миграционке, да, нас так быстро обслужили. Да. Все этот сам, очень рады, что все так налажено работа. Это сегодня еще понедельник, после выходных очереди много людей, но все равно так все удачно получилось. Да. Мы сейчас уходим, 下期视频见。